Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Тренд Кино. Сегодня вам предстоит увидеть сериал под названием «Медиатор». Андрей Павлов, профессиональный переговорщик, прошедший подготовку в Академии управления МВД России. Он тот человек, который без оружия приходит к террористам и в считанные секунды устанавливает с ними контакт. Но основной его доход идет не от удачного освобождения заложников, а от крупного бизнеса. Везде, где люди не могут договориться, он помогает за очень большие деньги. Для каждого случая он меняется до неузнаваемости. Удивительную способность к перевоплощению Павлов развил в детстве, это помогало ему выстраивать непростые отношения с матерью. А еще он настолько хорошо чувствует людей, что давно не верит никому. Даже себе. Восьмая серия. Пока одни отдают жизнь в чужие руки, другие шагают по головам ради своей цели. Информация – самое рентабельное вложение и самый котирующийся товар, без которого ни деньги, ни положение в обществе ничего не стоят. Наставница просит Машу держаться подальше от медиатора, ему есть что скрывать о своем прошлом. Но у того, кто наконец готов встретиться с Сашей, секретов не меньше. Дорогие подписчики, не забываем поставить лайк, оставить комментарий и подписаться к каналу.